несколько мгновений. Вот последние болты откручиваются. Конечно же, тогда нашим потомкам даже трудно было представить, как через 50 лет преобразится наша земля и наша страна. Как мы, их далекие и близкие соотечественники, будем жить на ней, умножая ее силу и богатство. Все, что мы имеем сегодня, развитое промышленность и сельское хозяйство, передовую культуру, радость свободного труда, все это завоевано беспредельным мужеством и стойкостью поколения наших отцов и дедов. Вот такая вот капсула. Торжественный момент. Фотография на память.